это история о снах. И началась она во сне. Я изобрел прибор для передачи снов на расстоянии. Она же в учебниках напишет. Я сегодня лично отсмотрел 3 новых сновидений корпораций, которые уже поступили в продажу. Во всех 3 браках. Это у вас по сознанию какой-то сбой. Индивидуальные сны. У меня пара сотен людей, которые захотят испытать на себе твой прибор. Вообще, объясните мне, что здесь происходит. А происходит великий момент. Сны на заказ только для вас. Замужем? Сейчас нет. Просто я девушка честная. Я сначала в ЗАГС, а потом все остальное. Ты пойдешь со мной в ЗАГС? Нет, нет, и еще раз нет. Я хотел спросить, вы замужем? Нет, я против ранних браков. А вы женаты? Я нет. Знаете, я против ранних браков. Кто у тебя там первый? Первая счастливица. Я могу все это съесть и не потолстею. А ты попробуй. Больше миллиона долларов за 10 дней, молодцы. Половин не дам. Старый козел. Как она меня назвала? Я не расслышала, но кажется, как-то по-французски. Если у всех будут такие приборы, то можно будет внушать свои мысли через сны. Ух ты, ух ты, ух ты. Шпионы уехали, приехали гангстеры. Мне нужна ваша технология. А что же нам делать? С этим пора кончать.